Приём-приём, друзья, на связи Шедимен, добро пожаловать в новый видеоролик, и сегодня мы вместе с Леской и Нубиком приехали в этот замечательный летний лагерь в Майнкрафте, но с наступлением ночи мы поняли то, что ситуация здесь далеко-далеко не идеальная. Потом мы заметили то, что куда-то пропал наш друг Тимка, и здесь мы действительно начали опасаться, потому что в записке говорилось о том, то, что здесь в этом лагере по ночам бродит безумная няня с бензопилой, которая просто вытворяет какие-то непонятные вещи. Короче говоря, сегодня сегодняшняя наша главная задача, как мы сюда приехали, так и сбежать из этого лагеря в Майнкрафте. Так что прямо сейчас не ленись и поставь лайк под этим видеороликом, для того, чтобы наши шансы на побег и на выживание точно поднимались. И сам в комментариях напиши, как ты проводишь свое лето. И после этого, те, кто из вас еще не подписан на канал, нажимайте на красную кнопку подписаться, и вы точно не пожалеете, и не забудьте то же самое сделать на канале Лески. Приятного тебе просмотра. Так, это что еще? Дровосеки, что ли, приехали в лагерь? Я не понял, что за бред. Так, кто там живет, что вообще не понял. Такой, ночью? Так, наверное, на улицу выйти, наверное. Ночи, вообще, Леска, капец. Нубик! Вы слышите это? О, Лес, Нубик, Шеди. А где? Идите сюда, вы где находитесь? Мы тут с Нубиком встретились. Вот. Это что за дровосеки я тоже приехали? Не поняла, я не понял, вообще, что не происходит вообще. Пойдемте так, разберемся, а ночью спать невозможно. Ремонт никакого не собирались делать. Вот именно, я не знаю, днем приехали, все нормально было, по-моему. Может, сейчас что-то сломалось. Тимка, слышишь, что происходит, слышишь? Тимка! Так, где он? А где он? В смысле, погоди. Он вышел, наверное, уже. Тимка пропал. Это же его вагончик или нет? По-моему, его, да? Да, его, да, конечно. Он рядом здесь был. Так, куда он пошел? Стоп, это подозрительно, по-моему. Так, есть, послание от Тимки. Прикиньте, послание какое-то послание лежит. Дверь закройте, а то кто-нибудь войдет еще. Так. Шеди, Леска, Нубик, это я, Тимка. Пишу эту записку на скорую руку, времени нет. Простите, что не успел вас разбудить. У вас очень мало времени, этот лагерь настоящий ад. Наша няня настоящий маньяк. Ночью мы услышали, как заработала бензопила. Когда посмотрели в окно, то мы увидели, как она бензопилой разрезает палатки. Вам нужно бежать, но главные ворота закрыты. Не пытайтесь мне звонить, я забыл телефон где-то на улице в столовой. Так, вам нужно запустить 3 генератора, найти 3 канистры с топливом, найти 3 рычага, и как только все запитаете, одновременно нажать на 3 рычага. Короче, эти 3 рычага нужно будет нажимать одновременно. В лагере много полезных вещей, также найдите, пожалуйста, моего щеночка, держитесь. Он еще вот щеночка здесь забыл, ничего себе он, конечно, дает. А вдруг она, эта вот бабка, найдет щеночка? Возможно. Нубик, так она, скорее всего, там, не знаю, так, что с людьми сделала. Так, ёперный театр, вот мы влипли с вами. Короче, я даже поверить не могу, на самом деле, это бредово звучит. Давайте ищем канистры, спрячемся. Ищем, получается, рычаги, вот, и тому подобное. Ищем генераторы, само собой, ищем какие-нибудь вещи, которыми давайте можно будет обороняться. Так, пойдемте обыщем наши этика. Так, я сейчас пойду еду возьму, короче, что у меня там вообще давайте, есть в моем вагончике. Так. Мне тоже вот страшно, это, да, капец. Вот это приехали, наконец-то. С бензопилой носится, естественно, само собой. Так, у всех свет есть какой-то. Есть, у меня хлебушка есть. Так, у тихо. Меня есть курочка. Это что такое сейчас было? Что случилось? Еще что-то случилось? Ну-ка, я дверь закрою. Как будто бы видел, как будто бы... А, это ты? Так, слушайте, а где эта нянька-то вообще? Я что-то ее не вижу даже. Все, так, о, ну, напугал меня, капец. Я уже думал, так, это нянька бежит какая-то. Так, Леска, ты что, где там? Я тут. Пойдемте. Так. Я не знаю, что делать, вы понимаете, то, что мы даже не знаем, что где искать вообще. Выключите факел, а то он заметен. Я выключил, да. Слушайте, так, она все, пойдемте. Днем такая добрая была, типа, играть там, давайте, типа, веселиться. О, а тут смотрите, ночью, смотрите, да? Я эту палатку говорю, лопату нашел. О. Все, а, лопата. Так, лопату, если что, используем. Смотрите, тут реально какие-то пятна повсюду. А вот давай они, эти ворота, смотрите, они просто так не откроются, получается. Видите, слушайте, смотрите. А вы видели, что это колючая проволока? Я днем даже я внимания вижу не обратила. Стойте, что? Так ее днем-то и не было, она ночью, походу, появилась. Реально ночью ее поставили. Да как это вообще возможно? Почему дверь деревянная, но при этом на нее нужно питание подавать, я не понимаю. Мне кажется, это муляж, она, скорее всего, внутри металлическая какая-нибудь укрепленная. Что ты делать будешь, походу, да. Так, ладно, побежали дальше тогда, я не мне знаю. Очень страшно. Слушайте, давайте как-нибудь аккуратнее, чтобы нас видно не было. Я ее вижу, я ее нашел, я ее нашел. Где? Я ее нашел. Слева, вон там между деревьями стоит, она короче. Бежит сюда. Она туда побежала, она туда. Давайте сюда в здание зайдем. Давайте постепенно. Слушайте, я там все выключим. Какого-то идите скелета сюда видела под деревом. Слышите? Вот ой, тут еще это один скелет. Так, спокойно. Как она куда-то вообще в сторону палаточного городка убежала. Что-то нашел. Бери рогатку, берите, давай, скорее, берите. Бери. Нужно камни только найти, да, чем пуляться, не знаю, либо горох очень какой-то сухой, либо пошлите еще что-то, я не знаю. Посмотрим. Так, Нубик, я нашел.
9 камешков. Возьми 9 камешков. На, короче, все, что есть тут, все, что тут было. Я на крышу залезла. Тут сундук какой-то. Рычаг нашла для запуска генератора. Есть. О, один есть. Ничего себе, круто. Мы только не знаем, где генератор находится. А давайте отсюда ее попробуем выглядеть. Давай, давай, только я не вижу. Я пока... А давай попробуем на сосну залезть. Давайте другие крыши осматривать. Может быть, что-то увидим еще. Попробуй что-нибудь сделать. Слушайте, тут такая территория гигантская. Мне днем казалось, какой-то лагерь маленький, а на самом деле посмотрите, сколько там палаток и всего остального. Я вижу, вижу, вдаль уходят прям за деревья. Я, Нубик, не знаю. Так, я постепенно отсюда буду слезать. Я в соседнее здание побегу. Так, окей, давайте план такой. Тут еще один скелет валяется. Так, я нашел еще одну рогатку. Я нашел один генератор. Я топливо нашла, ребята, топливо нашла, канистру. Отлично. Ой, меня замочило. Кто? Серьезно, она тебя поймала? Да, меня замочило со спины, я даже не видела ее. Нубик, аккуратнее, не слезай с крыши пока что, понял? Так, я нашел камешки. Сейчас пуляться буду. Там возле одного дома, она прям за углом, лежала канистра с топливом. Надо ее как-то взять. Я нашел аптечки, нашел, получается, две аптечки даже нашел. Так, нашел генератор, слышите? Я нашел, где лежит генератор. Слышала. Я в доме соседнем, Нубик, я здесь нахожусь. Так, слушайте, я прошла эти ворота. Так, тут как скелет. А, вижу Шедди, так. Так. Бабка идет, Шедди, бабка идет. Где? Нубик, уходите. Так, где? Вас, в смысле? Вас, я вижу, Нубик, она здесь. Нет, я упал. Все, я побежал отсюда. Я нормально. Все, она отвлеклась на кого-то другого. Скоростная неимоверно. Короче, слушайте. У нас есть один генератор, нам нужно еще два найти. Вы слышите меня? Я слышу тебя. Нубик, ты же на крыше стоишь. Стой на крыше. Я нашел второй генератор. Я на дереве. Я понял, Нубик, но ты же в безопасности. Смотри, она вот там, где канистра. А вы взяли? Может, вы ее взяли уже? Я канистру не взял. Я даже не понял, где ты ее нашла вообще. Я сейчас по палаткам бегаю. Сейчас я пытаюсь... Смотри, я пытаюсь туда вернуться. У нас есть ровно одна канистра и один рычаг, и один генератор. Так что все, один генератор точно готов. Так что я пока... Я вижу канистру там. Где? Так. А, она лежит где-то, что ли? Она за домом, за углом. Но, может быть, Нубик, ты видишь, что... Сейчас, я бегу. Сейчас я через детскую площадку сейчас попробую пробежать. А вон я, Леска, я тебя вижу. А так, где бабка эта? Тут... Где я нянька? Не знаю, она с другой стороны. Под крышей дома. Она тут... Не вижу пока. Сейчас пока... Так, она сейчас, в доме. Подожди. Она внутри дома. Слышите меня? Нубик. Да, я как... слышу. А? Так, подожди, так, что она внутри дома. Где канистра? Вот, тут палатка видишь, какая-то. Нашел. Я взял канистру. Так. Леска, я взял. Она внутри. Она... Я застряла. Так, все, всем иду. Пока. Всем пока. Да? Нет, не пока. Нубик, слушай, она с тобой охотится. Я сейчас от нее стрелять буду камнями. Слушай, так, она в воде быстро. Стой на месте, Нубик! Зачем ты побежал? Я же тебе говорю, стой на месте, у тебя безопасная позиция была. Я же тебя предупредил, зачем ты спускаешься? Слушай, так, Леска, я ее оттолкнул, все, побежали дальше, короче, я убежал. Возле детской площадки, Нубик, возле детской площадки. Так, слушайте, а мы с вами детскую площадку обыскивали или нет? Я что-то не помню. Обыскивали, нет, не обыскивали, она за мной бежит. Тут на детской площадке есть какой-то... Стойте. Так, я к вам пришла. Смотрите, она сейчас, скорее всего, придет сюда. Я нашел второй рычаг, Леска, Нубик. Ребята, она идет сюда, уходите. Рогатка, если что... Зачем ты меня стреляешь? Я не нянька. Леска, ты зачем к забору бежишь? Она же за забором находится. Я знаю, она не могла... Капец, не могла. Ну конечно, я просто в шоке с вас на самом деле. Не стреляй в нее, пускай она становится сначала. Короче, я сейчас обыскиваю тут эти палатки. Вита! Бери биту, Нубик, нам обороняться хоть как надо, любимыми методами, серьезно. Она на площадку забежать не может. На тебе, получай. Так, Леска, не подбегай только близко, она там бегает вокруг здесь постоянно. Вы меня слышали? Я нашел второй рычаг. Все, отлично, красную палатку. А сколько у нас канистр с топливом? Леска, у тебя сколько? Нисколько, у меня нету. У меня одна, у нас два Леска, рычага. Я знаю, где находятся два генератора, так что давайте не расслабляться. Нам еще щеночка нужно спасти, кстати. Точно! Где он находится, я тоже не понимаю. Леска, я тебе рогатку дам. Так, обыскиваем. Так, Леска, тут ничего нет. Подожди. Тут ничего нет абсолютно. Так, а я бегу дальше. Нубик, так. Подумай, не знаю, там, возможно, проходы есть на детской площадке. Сюда можно войти, значит, скорее нет, всего, Нубик, можно и выйти. Скорее, так, чего? Идите сюда. Что я нашел. У меня 4 аптечки. Так, подойдите сюда. У меня пока все целое. Раз. Давайте. Два. Три, короче, поделите между собой. Все, и хорош. Что? Давайте, возьми, соберитесь. Возьми, тут паниковать лыжник. Вообще смысла нет, потому что если мы сейчас не соберемся, возьми, нас реально лыжник, просто. Леска. Просто давай, раскромсают. Давай сюда. И все. Еще две аптеки нашел. Все великолепно. Так все, еда есть у кого-нибудь? Есть три хлеба. Мне надо? Еда нужна, я что-то проголодался. У меня что-то такой нервоз, то, что я есть очень сильно хочу. Вон Нубик тебе дает. Так, ищите, давайте, не расслабляйтесь, серьезно. Мы с вами за все это время нашли всего лишь один рычаг. Леска, нет, у тебя есть рычаг? Да, у меня есть рычаг. А, осталось найти одну канистру и один рычаг. И щеночка спасти, и все, в принципе. Слушай, а щеночка я просто нигде не вижу. Он где-то заперт. Кто это? Погодите.
Так, это что такое? Так, она ладно, стоит, понял. Кстати, у детской так, площадки почему-то вообще нет. Я нашел телефон Тимки. Я телефон Тимки нашел, но... Я нашел последнюю канистру. Слышите, я нашел последнюю канистру. Какой блок? А почему там блок выделялся? Где? На площадке? Вот, где? Вот. Где? Я тут не знаю. Давай попробуем что-нибудь сделать. Я не знаю. Может быть, там что-то находится или... Так, нет, сейчас... это, видимо, просто доски какие-то лежали, я не знаю, так, что это сейчас такое. Где я вас... Так, где вы? Так, мы находимся где-то в каком-то ресторане палатка? Под столовой. Небом, я не знаю, что это такое. Вижу да, вас. Это столовая, возможно. Слушайте, но а на детской площадке все обыскали? Ничего копать? Может, там что-то покопать? Я на детской площадке нашел песок, который отличался по цвету, я сказал это раз примерно 300, то, что я нашел там рычаг, так что все нормально, там обыскали. Так, бабка бежит, она бежит на кого-то. Так, внимание, бежит. Всем рассредоточиться, она за леской бежит. Давайте соберемся в каком-нибудь месте. Давайте. Леска. Сейчас, подожди, я пытаюсь ее. Стой на площадке, стой на площадке, она не сможет на площадку, видимо, зайти. Вот тут так. Ящики. Нубик, залезь в какую-нибудь палатку и так. Спрячься, не пались только. Так, сейчас, подождите, я ее пытаюсь. Так, опа. Я тоже, сейчас, ладно. Погоди. Сейчас так. Я ее откину. На тебе, получай, все, сейчас я в нее тоже попадаю. Откину, так, нормально. На тебе туда. Леска, попробуй выбежать, так, кажется, уже... я не знаю, с противоположной стороны. Или она за тобой сразу бежать начинает. Слушай, ну она побежит за мной, но я не знаю, а почему она сюда не идет, кстати? Не знаю, она, видимо, понимает то, что ты в капкане находишься, и ты оттуда просто не убежишь. А скорее где? Всего, она как-то так думает. Я не сейчас знаю. Я просто побегу, и она придет к вам. Давайте, я выбегаю направо. Так, так, бегу к вам. Мы все, не все палатки обыскали, по-моему, все. Мне судя кажется, по тому, что все. То, что я уже по несколько раз забегала. Тут повсюду уже, получается, все открыто. Смотри, тут, получается, генератор в одной в сене стоит. Бежит, бежит. Кстати, стойте, за а я не видел, где находится третий генератор. Я понятия не имею. Что а в сене палатки? Либо внимания не обратил, либо... Ой, Леска, беги! Она прям рядом с тобой. Она за мной бежит. Нубик, она за мной бежит. Все, пока. Короче, я убегаю на детскую площадку. Она с тобой бежит. Нубик, перепрыгивай сюда на детскую площадку скорее. В этих вагончиках ничего нет? Давай, есть смог. Все, отлично. Давай я оглушить попробую. Ее. Где? Давай. Так. На, тебя получил. Нубик, у тебя же бита есть, дай сюда свою биту. Слушайте, а конюшню даже я не осматриваю, может быть в конюшне что-нибудь? Мне тоже, Нубик, мне тоже кушать хочется. У меня давайте хлеб просто есть. Я ее оглушил, давайте быстрее сюда. Леска, ты где? Я здесь. За мной бегите, пойдемте. Так, мы, по-моему, еще знаю, вот эти еще, здания где... толком не обыскали. В этих а мы зданиях... Погодите. О, тортики, смотрите, тут же тортики есть. Где? Вот, давайте, тортики? Заходите сюда. Ой, а что там... Ой, тут еще зомби бегают, что? Какого да, фига тут еще зомби появляются? Вы что это за лагерь такой дурацкий? Леска, ты где? Слушай, я здесь, я возле вас. Все, закрываю а двери. А у меня тортики не появляются? Какие тортики? Ой, так какие красиво, тортики? Слушай, такие большие. О, так, генераторы вижу, так, я отлично. Я не понимаю, о чем ты. А, короче, давай. Слушайте, что мы имеем? У нас есть три канистры, обыскали? Два рычага. Три рычага нам нужно будет запускать одновременно. Вы понимаете, то, что каждому нужно будет где пойти на место, где находятся да. генераторы. Поняли? Да, я понимаю. Нам осталось найти я последний рычаг. Зеленым. И осталось найти последнего. Вернее, осталось найти щеночка. Так, опа. Слушайте, ну где так же, что, где же, да? Погнали. Я не знаю, что делать. Ой, скелеты! Слышь, тут скелеты появились какие-то, еще непонятные. Что вашу дивизию за это? Это какой-то проклятый лагерь, я вам... Что? Капец. Это бред какой-то просто. Ни секунды нельзя оставаться. Она, походу, еще какая-то либо, не знаю, призывать она умеет всех мутантов этих. Да. Так, что мы еще не делали? Слушайте, я что не мы знаю, еще не делали? Будет, я не знаю, быть, куда идти, я понятия двигать. Не имею там вообще. Так, ящики, может быть. Возле входа а посмотрю. Может быть, мы туда не ходили, туда. Куда? В это здание. В конюшню я ходила, так, и там ничего такое? Не нашла. Ой. Слушайте, идите за конюшню. Я нашел блоки, которые по цвету отличаются, как прям песок на площадке. Где? Так. О, я щеночка нашел! Идите сюда! Надо сейчас, же погодите. Было сюда его положить. Давайте откопаем. Стойте. Нубик, спустись, так, положи его в рюкзак себе. Лопату. Положи его к себе в рюкзак. Где? Где вы? Иди за сюда, конюшней, Нубик, мы за конюшней сейчас стоим. А, все. Так. Давай, забирай его. В рюкзак себе клади его, да, короче. В рюкзак, давай. Чтобы он не выскочил. Так, спускайся вниз, забирай его. Так, слушай, ну смотри, у нас тогда так. Где же этот рычаг-то еще искать? Я не знаю. Мы, возможно, либо что-то пропустили, либо еще что-то забыли сделать. Да, мы пропустили это точно. Что, забрал? Сейчас. Нубик, давай, короче, забирай. Все, ну, резко, погнали пока дальше. Нубик, догоняй. Так. Что мы со зданиями не знали бы? Слушай, ай! Там скелет шел за тобой. Как он меня испугал. Просто на пятой скорости скелет. Вы, башка скелета. Просто все вылетает. Нубик, положил его? Сейчас, да. Все, давай, выходи тогда. Погнали, побежали. Так, смотрите, а что мы с вами еще а не здесь делали? Тут пенёк, здесь мы бегали. Что это за желтая палатка среди деревьев тут? Была маленькая, кстати, я вроде. Она бежит, она бежит. Она возле детской площадки. Все, ходите, я рычаг нашел. Я нашел, все, мы сбежали, считайте, мы сбежали.
Мы сбежали с вами, вы слышите меня? Да, я слышу, она за Нубиком бежит, она за Нубиком бежит. Нубик, спрячься в палатке. Сядь в палатку и спрячься просто-напросто. Ой, еще рогатка. Ха, прикольно. Так, ладно, будет чем обороняться тогда. О, слушай, кстати, а в этой комнате я еще и не был ни разу. Леска, я у тебя есть рогатка? Рогатка есть, у меня эти камушки закончились. А, сейчас, погоди, короче, знаете, половину. Половину, да, тут камешки валялись. Нубик, ты как? Где вы? Короче, беги туда, где ты заприметил место, где ты будешь рычаг нажимать, понял? Ладно. Давай сюда, беги, мы тебя возле этого дома ждем. Леска, не отходи, давай. Я тут буду. Короче, смотрите. Я куда, в синюю палатку тогда? Нет, мы сейчас с тобой вместе пойдем, Нубика оставляем. Ставь, Леска, свой рычаг на зеленый блок. Ставь туда. Ну мы тебя тут оставим. Все, готово. Все, Нубик, ты остаешься здесь по команде. Я уже топливо положил в генератор. Мы тебя тут закрываем. По команде на счет 3 мы все одновременно нажмем, пока мы не на позиции. Все, сиди здесь, не пались. Пошли, Леска. Короче, следующий генератор находится в очень удобном месте. Он находится где-то в палатке открытой. Так что я не знаю. Третий генератор, по-моему, все-таки я его видел. Надеюсь, то, что я не ошибаюсь. И у меня наступает голод, я, возможно, сейчас уже даже бегать толком не смогу. Так что у нас ситуация усугубляется. Иди сюда, Леска, смотри. Я тебе ставлю сюда топливо. Так, и генератор. Ой, генератор, рычаг. Все, на рычаг не нажимаешь, ждите меня. Давайте я надеюсь, что я сейчас успешно доберусь, и все будет в порядке. Дайте еще одну аптечку на всякий случай. Все, я побежал, давайте, все, давайте. Давай, если я доберусь, удачи, то мы с вами сбежали. Встречаемся возле главных ворот. Открываем одновременно ворота. Все, все поняли? Все, давайте. Так, по-моему, да, все верно. Я добрался. Это есть? А, рычаг есть. Все готовы? Так, готово. На счет 3 нажимаем. 1, 2, 3. Все нажали. Готово. Все, Леска, выходи, и как я бежал, куда по моему пути. Нубик, ты оставайся в доме, не выходи из дома, мы тебя встретим. Так, Леска, ты где? По твоему пути. Не туда, не туда, бежишь. Да-да, все правильно, да, теперь. Да, беги за мной, просто сейчас. Короче, этот лагерь надо по периметру просто обижать, чтобы меньше вероятность была того, что мы сейчас это сможем напороться на эту няню. Безумный просто, с бензопилой, который не знает, что у него в голове еще происходит, реально просто взяла с бензопилой. Она реально не знает, что ты сделаешь. Не знаю, не знаю, Нубик, это непонятное. Что-то непонятное. Так, Нубик, можешь выходить из дома и бежать в сторону ворот. Так, Леска, аккуратно, тут еще зомбарь. Я здесь, я вижу, вижу ворота. Так, я зомбаря сейчас пока что отталкивать буду камнями. Так, все, пускай там будет подальше. Бегу! Давай, беги, беги, беги. Самое главное. Так, и туда его все, тоже. Все, тут. Давайте на счет 3 открываем ворота. 1, 2, 3. Леска, помогай. Есть, закрывайте, свобода, закрывайте теперь. Свобода, наконец-то. А тебе. Давай все. Я заставлю. Давай, заставляй все, что у тебя есть, Тубик. У меня тут камешки остались, короче, сейчас вот так поставлю. Все, пипец, она теперь точно нас не догонит. Кошмар. В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось сбежать просто от какой-то безумной няни из этого безумного места. И самое главное то, что нам удалось это сделать. Ну, на связи был Шадимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем видеоролике и всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.